a famous trumpet man out Chicago way. He had a boogie style, no one else could play. Was the top man at his craft. But then his number came up, and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Поцілунок. Панове, рівнясь. Була команда рівнясь. Пусто не прикладують. Струнко. Рівняння на суддів. Раз, два. Панове судді, як вам цей танець військовослужбовців Олі та Колі, Колі та Олі? Саша, тобі слово. Ребят, вы первые, кто открываете сегодня наш прямой эфир. И я понятия не имею, что скажет Алексей, но, по-моему, сделали вы это на 5 баллов. Скажи, Алексей. И Коля, и Оля уже попадали под мою суровую критику, когда исполняли бальные танцы. И сегодня ту лексику джайва, которую они танцевали, ее было немного, но она была наконец-то джайвом. А как драматические актеры, прекрасно. Дякую. Влада, это был джайв? Абсолютный джайв. А что касается идеи ваших костюмов, я никогда не хотел идти в армию, но вот при таком исходе я задумался, правильно ли я сделал. И хочу подчеркнуть, что... темп, который был использован в выбранной тоном мелодии, он гораздо выше, чем конкурсный джайв. Поэтому вам просто аплодисменты.